Здравствуйте, ребята! Меня зовут Муравьишка Вася. Очень интересно путешествовать по родной стране, но на свете есть и другие страны. Там живут такие же, как вы, мальчики и девочки. А все вместе мы живем на одной большой планете. Кто знает, как она называется? Правильно, Земля! Земля имеет форму шара, но мы этого не замечаем, потому что земной шар очень велик. Загадка. На ноге стоит одной, крутит-вертит головой, нам показывает страны, реки, горы, океаны. Что это? Правильно, глобус. Глобус – это модель земного шара. Вопрос. Какой картинки не хватает в каждом ряду? Итак, Земля имеет форму шара. А вы знаете, что многие люди ходят по нему вверх ногами, но они не замечают этого? Их, как и нас всех на Земле, удерживает земное притяжение. А теперь вопрос. Как называется материк, где все ходят вверх ногами? Буду ждать ваши видеоответы.